Всех приветствую, всех рада видеть, скажем так, и спасибо, что вы смотрите мои видео. Но сегодня у нас необыкновенный, необычный формат, необычное видео. Просто настало то время, когда я готова поделиться с вами чуть-чуть личным пространством, чуть-чуть, там, частичкой моей души, наверное. Поэтому не удивляйтесь, досмотрите это видео, безусловно, до конца. И мне бы очень хотелось, чтобы оно было вам полезным, так как полезно мне. В Малаге открылась церковь, православная церковь, православный московский приход, двери которого открыты для всех верующих, для всех, кто хотел бы чуть-чуть прикоснуться, опять же, к родине, найти то место, где вам всегда рады, где есть люди, которые вас понимают, да, те люди, с которыми вы на одной волне. Приход очень маленький, очень уютный, батюшка и матушка всегда рады пообщаться, то есть здесь вы найдете полное понимание, так же, как и нашла его я, поэтому не судите строго, это то самое сокровенное, чем я просто рискнула с вами поделиться. Почему человеку верующему нужно ходить в церковь? Ответ на этот вопрос совершенно простой и очевидный. Потому что таков закон жизни. Если человек что-то постигает важное, что-то осознает значимое, то он неминуемо старается воплотить это вне себя, явить это в мир, окружающим людям, осуществить действительность. Есть история античная про Архимеда, который, находясь в бане, постиг, как ему найти объем сложного тела. И вот он, обрадовавшись, буквально ногой выскочил на улицу с криком «Эврика!» открыл. Можно сказать, что эта история очень хорошо, наглядно показывает стремление человека, постигшего истину внутри, явить ее вне, снаружи. Верующий человек открывает Бога, истину, с которой сравниться ничего не может. И он эту истину, если он действительно нашел ее внутри себя, постиг ее, понял на каком-то уровне, он стремится ее явить в мир, не просто в мир, а среди тех людей, которые ему созвучны и единомысленны. Вот поэтому верующий человек идет в церковь. Блаженни кроцы, якоти наследят землю, блаженни омчущи и жаждущи правды, якоти насытятся, блаженни милостиви, якоти помилованы будут, блаженни чисти сердце, якоти Бога узрят, блаженни миротворцы, якоти сынови Божии нарекутся, блаженни изгнанни правды ради, якоти Христоство небесное, блаженни исти их да поносят вам, и женут и рекутся к злобу на вылжуще мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вы получили так успокоение, да, такую благость от этого видео. Ну, очень надеюсь. Комментариев не жду, хотя всегда благодарна. Адрес прихода: Каи Обсидиана 6, Малага. То есть все, кто живет ближе к Малаге, теперь вам удобно будет посетить этот приход. Расписание находится на странице в Фейсбуке, Русская Православная Церковь Малаги. Смотрите расписание, смотрите службы и ждем вас. Двери прихода всегда открыты для вас. С вами была Оксана Майкова. Спасибо вам огромное и хранит вас Бог.